Всех приветствую, дорогие друзья, подписчики канала Аджай Геймс, с вами Аджай. Продолжаем проходить Call of Duty, операция «Засада», 27 декабря 1944 года. Душу Пирсона поглотил мрак. Я чувствую, что он затягивает и меня. Но чтобы выжить, я должен держаться. Васа Петля. Чего ему? Васа Петля. Вот. Черт возьми, ты что творишь тут? Ничего, сержант. Что-что? А? Ну что, а так тебе яснее? Яснее. Сукин ты сын. Сержант. А ты не лезь. Эй, стой! Мечисон! Не морайся! Дэниелс! Тупица! Почему ты сбежал? Он что-то скрывает. Сукин сын прятал вот это! Дай сюда! Что там за хрень? Приказ заложить взрывчатку на мосту в Ремагине. Ее будут грузить на машины в 5 милях к северу. Если я прав, это последний уцелевший мост через Рейн. Как неудачно вышло, принц. Грузовики со взрывчаткой скоро будут здесь. Нельзя пропустить их к Рейну. Пирсон приказал валить деревья, чтобы перекрыть дорогу. Где чертов Пирсон? Наверняка в какой-нибудь дыре с детонатором. И своим виски. Знаете, что так же опьяняет? Переохлаждение. Если не двигаться. Стайлс, ты в группе Пирсона. Не везу. Дэниел Сусман, вы со мной. Я ставлю последний заряд. Потом атакуем из засады. Мы сделаем. Так, устроить засаду на немецкий транспорт. Мы станем героями, между прочим, а? На шаг ближе к Рейну. Мы дышим Адольфу в спину. Надо только остановить те грузовики. Че-то дышали Адольфу в спину, это советские бойцы, а не вы. Так что, ребята, вы тут не преувеличиваете. Я сам заложу, следи за дорогой, не появится ли немецкий транспорт. Это наш сигнал, грузовики на подходе. Сюда, тут прекрасный обзор. На дороге нацистский транспорт. Говард! Сюда! Бомбы привязаны. Ждем сигнала Пирсона. Погоди. Пусть выйдут на позицию. Фрицев ждет большой сюрприз. Держись, дружище! Вытащи меня отсюда! Держись, дружище! Сюда! Тихо, тихо, тихо. Хрена тут. Черт. Ты что, Рэмбо, что ли, ё-мо, а? Гранату!
базу и уничтожим взрывчатку. Аэла, готовься выдвигаться. Дэниелс, у меня Ловар, аптечка. Зачистите дорогу. Стайлс, ты со мной. Да, сэр. Ну давай мне аптечку, друг. Пошли. Аптечку он мне, как видели, так дать и не смог. Мы въедем в ворота в 3 часа. Займите высоту и прикрывайте нас, пока мы разберемся с последними грузовиками. Эй, не шумите. Берегите с патрулей. Едем! База впереди! Так, у нас получается сейчас будет мини-стелс, да? Я так понимаю. Около главных ворот 2 высоких точки. Надо туда попасть. Так, проникнуть на аэродром. Сейчас попробуем. Тише, кругом крауты. Добрались. Осталось только найти хорошую позицию у ворот. Смотри, это командир базы. Так, 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 так. Это я почему-то где-то что-то поспешил. Давайте не торопиться. Почему у него СВТ, блин? Снайперский карабин только. Найдем позицию повыше. Поможем нашему уничтожить взрывчатку. Это облегчит шторм. Дорога ведет к скале. В атаку! Блять, давайте убивайте. Как я мог опять запалиться? Опять, блять. Ладно, все, не торопимся, идем аккуратно. Дорога ведет к скале. Погоди, пока разделятся. Радарный бункер. Заберемся на него. Мы
Не стреляй! Отряд Пирсона скоро будет штурмовать ворота! Осматривай территорию! Ищи цель! Взрывчатку загружают в машины. Справа! Пирсон на позиции около ворот! Блять, это откуда меня убили так вот? Господи, не понял ни хрена, блядь. Блять, я не пойму ни хрена, чего от меня хотят. Опять поторопился. Сколько? Блять, что ж такое-то, а? Пирсон хочет, чтобы мы заняли башню и прикрывали его. Поставь гранату! Штук. Ух ты, ёпта.
мной! Хуя там танк ебашит. Опс. Церемониться. Спокойно, не дергайся. Успели. Ты как? Цусман у них. Жаль его, но надо атаковать последний грузовик. Нет, 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 ты никуда не пойдешь. Сусмана взяли! Задание это главное! Я его не трогал! Нельзя терять грузовик! Капец, гонки начались, как Need for Speed, ёпта. Мне кажется, они небольшую идейку взяли, знаете откуда, из медали за отвагу у файтера. Я, кстати, ее пытался немножко пройти, но там, соответственно, какие-то глюки, блядь. В игре после прохождения миссии почему-то экран сворачивается. То нормально, нормально, то, блядь, короче, вообще невозможно играть. По-моему, так и должно быть.
Ты нарушил приказ. Тогда отдай меня под трибунал. Дезертир заслуживает смерти. А может, я окажу нам всему слугу. Закончу. Сержант! Все кончено. Тебе нет места в моем взводе. Уберите его с глаз. Все хорошо. Подолгай. Ты сделал все, что мог. Все, да не все, только Цуцмана цапали. Тринадцать часов спустя, бот Орб, Германия. Ich bin auf der Suche nach Arbeitern. Ich werde sie inspizieren. Hier und separat. Выкиньте жетоны. Им нужны евреи. Wer sind die Juden? Die Juden. Wer sind die Juden? Frag mich doch, du Nazi, du Scheißer. Du sprichst Deutsch. Ausgezeichnet. Welche sind die Juden? Fick dich. Zeig sie mir! Amerikaner. Точка. Verfrachtet sie alle auf den Zug! Wohin bringst ihr uns? Ihr seid zum Arbeiten hergekommen und das werdet ihr auch tun! Вот уже 8 недель, как Цусман попал в плен. Я пытаюсь не терять надежду. Сэр, скажите, что Цусмана нашли. Хотел бы сказать. Пирсону плевать на Цусмана. Как на своих людей на Кассерине. На Кассерине? Вы ничего не знаете, рядовой. У Пирсона был приказ отступить, но часть его людей застряла на перевале. Он не мог позволить себе уйти без них. Но, спасая их, потерял еще больше людей. Он очень изменился. Но вам незачем беспокоиться о Пирсоне. Вы едете домой. Теперь меня ждет трибунал, сэр? Наказать бойца, приблизившего успех этой чертовой войны, это выставило бы армию в плохом свете. Да-да. Сведения, что вы нашли у того пленного, указали нам расположение последнего моста через Рейн. Это может потянуть на бронзовую звезду. Вы настоящий герой. С возвращением, Ред. С этого момента я ни на минуту тебя не оставлю. Вам все понятно, капрал? Да, мэм.
порядке, Ред? Мы болтаем или охотимся? Тебе есть чем гордиться. Поборол страх, справился с собой. Что и требуется от мужчины. Лучшее чувство на свете, правда? Побывать в аду и вернуться домой героем. Ред. Ред. Вы настоящий герой. До конца? До конца. Меня комиссовали. Хуже того, Цусман в плену у Краутов. Но я надеюсь его вернуть. Хоть и получил билет домой. Понятно все. Так, дорогие друзья, давайте на этом моменте закончим. Если кому понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Подпишитесь также на группу ВКонтакте, в Одноклассниках и на канал. Всем удачи и пока.